ты топогеодезист. Да, если правильно, то оператор топогеодезист реактивной артиллерийской батареи. Вот он мой прибор. ПАП-2М, то есть перископическая артиллерийская буссоль. Вот. От нее зависит и от самого оператора топогеодезиста, то есть как наводчик наведет машину. Есть определенные моменты в артиллерии, то что машина должна привязаться к какой-то точке, чтобы не стрелять абы куда. И для этого существует вот такой прибор. То есть наводчик привязывается именно к этой точке. Отсюда я уже даю дирекционный угол. В работе простая. Научиться можно быстро любому человеку. Главное запомнить определенный порядок действия и установить ее правильно. Вот, то есть от этого точность зависит. Процентов, наверное, 50-60, помимо остальных факторов, зависит от точности установки буссоли и правильности, ну, как бы дать наводчику, то есть дать надо будет дирекционный угол. То есть от этого будет зависеть точность попадания. Прекрасно. Расскажи немножко о своем боевом пути. Я знаю, что это не первая твоя командировка. Не первая. В 2015 году я поступил на службу по контракту сам. В 2016 году отправился уже в Сирийскую Арабскую Республику. Был под Алеппо. Тоже в составе артиллерийской батареи, только ствольной. Вот, 3,5 месяца пробыл, вернулся и продолжал служить по контракту. То есть в 2021 году, в начале года, я уволился. Ушел на гражданку. Занимался недвижимостью. И по сей день занимаюсь даже дистанционно, то есть продаю курортную недвижимость, некоторую заграничную. Также у меня ремонты, ну, много чем занимаюсь, не сижу на месте. В октябре, как объявили мобилизацию, ну, не знаю, наверное, что-то в сердце ёкнуло, может, в голове, то, что я должен пойти, не прятаться, хотя сейчас прекрасные ресурсы, возможности, в любой точке мира можно спрятаться, да, как некоторые это делают. Вот, ну нет, я сидел, ждал, честно сказать, ждал. Вот, позвонили с военкомата, я приехал, получил повестку. И через день буквально отправился уже на пункт сбора. И из пункта сбора через несколько недель я отправился в зону СВО. И вот с начала ноября я нахожусь здесь. Дома кто ждет? Дома меня ждет моя прекрасная жена. И скоро у нас родится сын. С величественным именем Лев. Почему именно такое? Ну, не знаю, нам нравится обоим. Да, и люди с такими именами, они на самом деле такие значимые люди. Он будет непростым человеком, я это уже знаю. Он еще не родился, я это уже знаю, то, что он будет непростым. Как в одной песне говорится, то, что я дам ему все то, что сам не смог реализовать. Передавай привет жене. Дашенька, любимая, я тебя очень сильно люблю. Знаю, как ты сильно меня ждешь вместе с сыном. Я скоро приеду, и все у нас будет хорошо. Я пообещал, я вернусь живой и целый.